Благодаря программе «Ауыл ел бесігі» были отремонтированы две школы Майского района. Теперь они соответствуют всем современным стандартам и ничем не отличаются от городских. В этом лично убедились делегации областного филиала партии «Нур Отан» и наша съемочная группа. Состоялась 33-я внеочередная конференция Майского районного филиала партии «Нур Отан». Всего в районе 16 первичных партийных организаций и 1163 члена партии. В ходе заседания назначили нового председателя районного филиала партии Агыбая Амирина, акима района. Будем работать над тем, чтобы увеличить количество наших однопартийцев. Также у нас в этом году разработана дорожная карта предвыборной программы «Нур Отан». В этой программе в целом предусмотрено 74 мероприятия, и 23 мероприятия в этом году должны завершиться. После завершения официальной части делегация посетила два социально значимых объекта села Кентубек, которые были отремонтированы и оснащены новым современным оборудованием благодаря реализации программы «Ауыл ел бесігі». Это филиал детско-юношеской спортшколы Майского района и Жалтырская образовательная школа, которая не функционировала 23 года. На ее ремонт было выделено 144 миллиона бюджетных средств. Помимо школы, скоро начнет свою работу образовательный центр-интернат на 45 мест. 10 и 11 классы дети здесь могут уже получить образование, могут, мы сюда будем приглашать и мобильных учителей с города, можем приглашать, и использовать различные современные оборудования можем приобрести. Все это даст возможность детям подготовиться эффективно, качественно подготовиться к поступлению в вузы. В детско-юношеской спортивной школе произвели ремонт кровли, внутреннюю и внешнюю отделку, подвели водопровод и канализацию. Школа рассчитана на 40 человек. Полностью оборудованы волейбольный, теннисный зал, зал для спортивных мероприятий и для занятий борьбой. Всего на ремонт было затрачено 80 миллионов. Также по программе «Ауыл бесігі» в этом году у нас в селе 6-7 улиц проасфальтированы. На это уже средства с нас фонда и областного бюджета выделены 124 миллиона тенге. Улучшение качества жизни на селе способствует предотвращению оттока молодежи и пожилых жителей. Евгения Мягченко, Алексей Мехедов, Ертыс-Акпарат из Майского района.